Это программа «День города». Здравствуйте, в студии Дина Исляева. В начале главной темы выпуска. Собрали деньги. Жители Заокского своими силами восстанавливают памятник погибшим в Великой Отечественной. Опасная и трудная служба. Как в Рязани отметили 25-летие со дня образования ОМОНа. Пронес огонь зимней универсиады 2019. Рязанец Виктор Луканин принял участие в эстафете огня. Жители села Заокское своими силами собрали деньги на восстановление мемориала с именами погибших в Великой Отечественной. Напомню, его разрушил ураган, прошедший в июле. На днях в социальных сетях выложили фотографии, автор которых написал, что никаких работ у памятника не проводилось. Подробности далее. Валентина Тергунина живет недалеко от памятника. 21 июля, когда прошел ураган, она прибежала сюда одной из первых. Сам мемориал жителям сел Заокское и Коростово, погибшим в Великой Отечественной войне, не пострадал. Сильный ветер перевернул огромную конструкцию с каменными плитами, на которых написаны их имена. Часть плит разбилась от удара. Гуреев Михаил Михайлович – это мой родной дедушка. 5 человек детей, мало-мало-меньше, все его провожали. Когда он стал прощаться, он старше моей маме сказал: «Нюра, береги детей, мы фашистов разобьем за 2 месяца, мы вон у нас какая сила». Но в 43-м вот погиб в Сталинграде. Осколки плит собрали, переписали имена, их более 100. На запрос, который телекомпании был направлен в районную администрацию, пришел ответ: новые плиты в августе будут закуплены Заокским сельским поселением. Но этого так и не произошло. Средства на восстановление памятника собирали жители. Стояла коробочка, администрация нас поставила коробочку и клали туда по 500 рублей, по 100 рублей, по 50, всю мелочь. Только так. И все. Потом вот ее забрали, все посчитали. Сам памятник появился в Заокском относительно недавно, в 89-м. Плиты с именами погибших в войне установили в 2014-м. Жители сами искали и собирали данные. До урагана на нем было порядка 300 имен. Новые плиты взамен разбитых уже заказали. Установить их обещал супруг Валентины Сергуниной. Вот набрали 7 тысяч. Я отвезла, сделала предоплату и заказала эти доски. Вот. Конечно, ждали, вот мы, не было такого материала, вот мы возили образец, чтобы вот сейчас вот начали писать их. Будут, сказали, готовы где-то 15 октября. После урагана пострадал и лес. Десятки поваленных сосен до сих пор так и лежат. Расчищать территорию начали, но работы продвигаются очень медленно. Рядом с местом, где прошел ураган, уже кто-то разжигал костер. Поскольку деревья так и не убрали, одна неосторожно брошенная спичка может привести еще к большей трагедии, чем произошла в июле. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». На Солочинском мосту частично нанесли разметку. На нем будет асфальтовое и полимерное покрытие. Асфальтовое, по данным регионального Минтранса, полностью уложено. Полимерное осталось уложить на 10% от общей площади моста. Кроме того, нужно сделать разметку и установить делинатор. Сейчас закрыта только полоса, ведущая в город. На ней заканчиваются работы по замене дорожного полотна. Разделительные ограждения пока не установили. По плану, работы на Солочинском мосту должны завершиться к 1 ноября. Разбитые дороги, полуразрушенные старые постройки. Когда программу «Комфортная городская среда» только начинали реализовывать, в год приводили в порядок до 200 дворов. В этом году их число снизилось до 13. Наша съемочная группа провела инспекцию дворов, чтобы выяснить, достаточно ли одной инициативы жильцов, чтобы преобразилась территория рядом с домом. Комплексное благоустройство. Под таким девизом в этом году работала федеральная программа «Комфортная городская среда». В 13 дворах были отремонтированы проезды, освещение, установлены лавочки и урны. К дополнительным услугам относились озеленение, установка детских площадок и парковок. Исходя из того, какую концепцию благоустройства двора примет жители на общем собрании, то есть исходя, они должны сформировать дизайн-проект, то есть определить концепцию, исходя из этого уже вытекают проектно-сметные документации, стоимость и, соответственно, получать стоимость основных видов и дополнительных видов. И вот по дополнительным видам получать 10% финансирование. Но это небольшие совершенно деньги, то есть получается, что получается менее 5% в целом, если это общий объем бюджетного, ложится нагрузка на жителей. А между тем в Рязани есть множество дворов, которые нуждаются не в комплексном ремонте, а во внимании городских властей. Так, яма около театра «Переход», расположенного между двумя общежитиями, достигает в глубину 20 сантиметров. Преодолеть их становится проблемой не только для автомобилей, но и для пешеходов. А во время дождя лужа занимает все дорожное полотно, проехать по которому могут только опытные водители. Если ездить на нормальных дорогах, то есть подвеска должна выхаживать в среднем. Это я вам говорю, человек как механик. В среднем должна выхаживать где-то 80-90 тысяч. Подвеска ходит не больше 15-20.
именно вот на ВАЗе, я имею в виду. Ну, на иномарках, ну, 50 максимум. То есть у меня вторая машина, Audi, 50 тысяч, все, я подвеску меняю. Потому что невозможно, то есть если в нормальных странах, там человек едет, ты смотришь, что какой-нибудь дурак ему не кинулся под колеса, то у нас мы едем, мы смотрим, как бы не попасть в какую-нибудь яму. Не менее остро встает вопрос пешеходных дорожек, особенно если двор один на несколько домов. Такая ситуация на улице Высоковольтной, 18. От грязи жители спасают двери. Их положили местные активисты. Дыры в дороге залатали тоже они. Пригодился обычный щебень. Есть и другая проблема. С ней столкнулись жители дома номер 13 на Касимовском шоссе. С виду благополучный двор скрывает в себе небольшой нюанс. Раньше это была хозяйственная постройка, однако более 15 лет назад она горела. Тушили всем двором. С тех пор здание не снесли и не отремонтировали. Сейчас это место сбора злачных компаний и лиц без определенного места жительства. Раньше за постройкой была автобаза. Их разделял высокий забор. Сейчас небольшая дорожка. На месте бывшей парковки для автобусов построили жилой дом. Чтобы попасть в подъезд, нужно пройти через неосвещенную территорию. Граничит с постройкой и детская площадка. Однако собираются на ней только взрослые. Вокруг пивные банки и мусор. Отпускать сюда детей опасно. Проблему решили радикально. Площадку перенесли на другой край двора, но безопасней она не стала. Корреспонденты нашей телекомпании регулярно рассказывают о проблемах рязанцев, многие из которых не решаются годами. Мы надеемся, что в следующем сезоне программа «Комфортная городская среда» будет расширена и принять в ней участие смогут максимальное количество дворов. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Опасные и трудные службы. 25 лет назад, 3 октября 93-го, был образован ОМОН. Теперь привычная аббревиатура расшифровывается как «Отряд мобильный особого назначения». Не изменились только цели – служить и защищать. Валерий Седов продолжит. Их лица всегда скрыты под маской, а фамилии не разглашаются. Известны только их имена. В свой профессиональный праздник практически все безымянные герои находятся в актовом зале, принимают награды и поздравления. Хочу поздравить вас с Днем образования отрядов милиции особого назначения. Пожелать вам в этот день и на будущее самое главное – здоровья, крепкого, крепости духа, чтобы ваши мечты все сбывались, чтобы у вас все получалось, чтобы вам всегда сопутствовала удача. Сотрудников отряда мобильного особого назначения наградили памятными знаками отличия. Стоит отметить, что это далеко не первые медали рязанского подразделения. Всего за период существования отряда сотрудники получили 306 государственных наград. Больше всего медалей за отличие в охране общественного порядка – 151. На втором месте – награда со звучным названием «За отвагу». Ее получили 95 сотрудников. Успехи в боевой подготовке – это череда тяжелых тренировок. И даже в такой праздничный день сотрудники не перестают заниматься. Пока в актовом зале проходит торжественное награждение, в тире полным ходом продолжаются стрелковые упражнения. Тренировки проходят парами, задача всегда разная. Ее доводит инструктор прямо перед началом занятий. После сотрудники обговаривают условия и разрабатывают тактику, а затем в бой. Готов! Вперед! В тире бойцы тренируются с краткоствольным оружием. Это пистолеты, пистолеты-пулеметы и автоматы. И, само собой, на каждом тяжелая экипировка. Все стрельбы и упражнения стрельб у сотрудников ОМОНа максимально приближены к боевым. Поэтому сотрудник всегда экипирован по полной боевой. То есть это бронежилет, защитный шлем, налокотники, наколенники. В зависимости от поставленной задачи экипировка может достигать там порядка там, 15-20 килограмм. Часть упражнений проходит со щитом. Данная модель весит около 30 килограммов. Смотровое окно здесь совсем небольшое, однако через него можно увидеть окружающую обстановку. Сотрудники работают в паре, медленно, шаг за шагом, преодолевая различные препятствия. Служба в ОМОНе сопряжена с особыми трудностями, но к этим трудностям мужчины уже привыкли. Говорят, что это та важная часть работы, ради которой они и пришли. Всегда быть готовыми к тому, чтобы защищать людей. Основная задача бойца, помимо выполнения боевых задач, это постоянное совершенствование своих специальных и физических навыков. Постоянно проходят тренировки как по стрельбе, так и отработка захвата здания, захвата транспорта, железнодорожного, автобусов. Недавно у рязанского ОМОНа появился новый командир Александр Постолов. До этого он 15 лет руководил отрядом СОБР, поэтому привнес ряд нововведений. Конечно же, многие из них не разглашаются. Александр поделился только самым главным наставлением. Требование одно, чтобы
ОМОН выполнял свои задачи, несмотря ни на что. Есть задача, ее надо выполнить. Но при этом минимизировать любые потери. Потерь не должно быть у сотрудников. Это мое требование такое. Служба в ОМОНе – это как строчки старой песни. И опасна, и трудна. Вот только вряд ли два слова способны передать все тяготы, с которыми встречаются эти мужчины. И тем не менее, они снова и снова приходят на работу, надевают экипировку и тренируются, чтобы потом в бою четко и слаженно выполнить поставленную задачу, какой бы тяжелой она ни была. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Учатся ликвидировать крупномасштабные ЧС и пожары. Рязань сегодня присоединилась к всероссийской тренировке по гражданской обороне. Спасатели проверили готовность органов управления и сил гражданской обороны всех уровней к работам по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Смена внимания. В 6.10 получен сигнал «Меридиан». Специалисту по силам и средствам провести оповещение. На учениях все службы показали, как развертывают посты радиационного, химического и биологического наблюдения, эвакуационные пункты. Также отработаны практические мероприятия по радиационной, химической и биологической защите работников и населения при возникновении чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах. Участники тренировки отработали вопросы восстановления энергоснабжения в Спасском районе. Основная задача – организовать четкое взаимодействие и подготовить все ведомства к своевременному реагированию. Оповещению и в случае необходимости эвакуации населения. Во время учений использовались современные средства мониторинга. Беспилотные летательные аппараты позволили своевременно обнаружить прорыв и ликвидировать. Учения завершатся в канун Дня гражданской обороны, который отмечается 4 октября. Дина Ислеева, телекомпания «Город». Поставку в регион героина пресекли рязанские полицейские. Они изъяли 740 граммов сильнодействующего наркотика и задержали двух жительниц Рязани, причастных к его распространению. Информацию о причастии двух жительниц Рязани к распространению наркотиков получили оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области. Полицейские провели обыск в квартирах обеих женщин. Так, у первой 30-летней жительницы города обнаружили большой пакет с порошкообразным веществом. В жилище ее 37-летней сообщницы нашли несколько десятков свертков с аналогичным содержимым. Экспертиза установила, что веществом в пакетах был героин общим весом 600 грамм. Реализовать наркотик женщины планировали через интернет и с помощью тайников. Закладок. Оперативники выяснили, что женщины ожидают поступления еще одной оптовой партии наркотика и подготовили операцию по задержанию поставщиков. На въезде в город полицейские остановили автомобиль ВАЗ-2109 и задержали находившихся в нем граждан одной из стран Средней Азии – 29-летнего мужчину и 22-летнюю женщину. При обследовании транспортного средства была обнаружена упаковка с героином массой 145 граммов. В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела. Им инкриминируется покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, организованной группой. Теперь злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Подозреваемых взяли под стражу. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все звенья цепи распространения героина. День рождения поэта Сергея Есенина отметили в Рязани поэтическим митингом. Поклонники творчества поэта собрались у памятника, который находится рядом с Рязанским Кремлем, чтобы возложить цветы и почитать стихи. К ним присоединилась Галина Кудряшова. Серое утро, жидкий рассвет, знобит октябрьской ранью. Давно это было, родился поэт в глухом селе под Рязанью. 3 октября в Рязани отметили 123-ю годовщину со дня рождения Сергея Есенина. Он признан самым издаваемым поэтом мира. Его стихи переведены на все языки. Рязанский хулиган запомнился чувственными строчками и правдивостью повествования. С Есениным связана, можно сказать, вся жизнь с детства. У меня родственники по линии мамы, они из Рыбновского района, село Житово. И поэтому совсем юным мальчиком меня привезли в Константиново. Познакомили вот с жизнью, творчеством этого поэта, и он как бы сразу вошел в душу мою. Олег Двойченков приехал из Москвы на есенинские дни. Они с женой специально взяли отпуск. Побывали в Константиново, посетили праздничные мероприятия в Спасклепиках. Сегодня они пришли к памятнику поэта, установленному на территории Кремля. На митинге лучшие поэты региона прочитали собственные произведения, на которые их вдохновило творчество любимого поэта, а также процитировали строчки Сергея Александровича. Есенин, наш великий земляк, прекраснейший лирик. Его стихи буквально наводят на раздумья о судьбах нашей Родины, о
Одного я не пойму, куда несет нас рок событий. У меня была подруга, с которой мы вместе открывали наобум сборник и читали друг другу стихи. Ну, это было в 60-е годы. Так выразить чувства свои, как он, это не каждый поэт может. Так что Есенина люблю и помню. Конечно, знаем. Мы их проходили в школьной программе, также и внешкольной. То есть просто... Ездили в Константиново на родину Есенина. Да, там было много всего. Ну, вот мне очень нравится Есенин как поэт. У него очень хорошие стихи. Он пишет и о животных, и о людях. Традиционным стало и возложение цветов. Виктор Жерехов живет в Калининградской области. В Рязани он вернулся специально к дню рождения любимого поэта. У меня два сборника дома. В Калининградской области два сборника дома. Поэтому постоянно и два сына, и им рассказываю. Вот это святое. Часто вспоминаю. Многое приходится и в жизни приходится опираться на это. Так что Есенин есть Есенин. Проверить свои знания, творчество и биографии поэта может каждый желающий. Гостей ждут в библиотеке имени Горького 6 октября в 11 часов на Есенинский диктант. Для каждой возрастной группы будет свой текст задания. Ответы опубликуют 8 октября. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Рязани пронес огонь зимней универсиады 2019. Пройдет она в Красноярске, и эстафета огня уже стартовала. Право пронести зажженный факел по улицам своих городов получили жители России, добившиеся успехов в спорте, культуре, искусстве, науке и других сферах. Среди них заместитель начальника отдела по работе с личным составом Академии ФСИН России Виктор Луканин. Своими впечатлениями он поделился с нашей съемочной группой. Виктор Луканин не особо надеялся, что пройдет конкурсный отбор и станет факелоносцем 29-й Всемирной зимней универсиады 2019 года. Требования были довольно жесткие. Например, так как универсиада молодежная, то возраст участника до 35 лет. Плюс надо было написать эссе и приложить дипломы и награды на региональном, российском и международном уровне. За каждым начислялось по несколько баллов. Итоговая сумма и определила победителя от каждого региона. Виктор подал заявку на участие в самый ближайший регион – Москву. Место, которое первым в России пронесет огонь универсиады. За несколько дней до мероприятия Виктору сообщили, отбор он прошел. И совсем недавно мужчина пронес огонь по улицам Москвы. Всего факелоносцы пробежали 7 километров от парка Зарядье до стадиона Лужники. На каждого из 57 участников пришлось всего ничего, по 300 метров. Однако даже эта дистанция запомнилась на всю жизнь. Ведь универсиада – это второе масштабное мероприятие после Олимпиады. Тяжело передать чувства, но это очень такие хорошие чувства, очень запоминающиеся. Вот. И мне кажется, они вряд ли в течение нескольких лет вот, забудутся. Когда испытываешь вообще важность и масштаб данного мероприятия. Вместе с Виктором пламя универсиады по улицам Москвы пронесли олимпийский чемпион по фехтованию на шпагах, министр спорта России Павел Колобков, министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Катюков, четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватунин, а также представители разных регионов. Не все были из города Москвы, то есть очень много было таких же, как я, с близлежащих областей. Вот. И в разных, по разным направлениям был произведен отбор, то есть в числе факелоносцев были как спортсмены, так и просто активные граждане, которые участвуют в общественной жизни. Были поэты, писатели, то есть те, кто активно участвует в жизни страны. Короткое событие, которое запомнилось на всю жизнь. Участие в мероприятии настолько грандиозным, что с его размахом мало что сравнится. Теперь эстафету огня универсиады принимают 29 регионов страны. Вот только масштабное зрелище, сравнимое с московским, по словам Виктора Луканина, повторится разве только в Красноярске, городе, в котором пройдет всемирная 29-я зимняя универсиада. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.тв и в группах в социальных сетях. Я с вами на этом прощаюсь. Хорошего завершения рабочей недели и до встречи в эфире. Мама спит, она устала, в пробках 2 часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас, переезжаем в Еврокласс. Это в центре, здесь все рядом, всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас, заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад».